столько мужчин. Я как будто Ольга Бузова, пламя в грудь. Ну а перед просмотром этого ролика обязательно подпишитесь на канал Creed Life, нажмите большой палец вверх, ну и оставьте свой комментарий. Ну а чтобы не пропускать все это вместе со мной в прямом эфире, разделять эмоции, комментировать все это, то можете подписаться на мой Twitch. Я стримлю там почти что каждый день, поэтому все заходите на канал Егор Creed на моем Твиче и давайте смотреть все это вместе. Ну а сейчас приятного вам просмотра. Чат попросил меня сделать реакцию на клип Амины Тендерли Бэй «Ломай». Let's go. Прошу тебя, уходи, не мешай мне жить. Не хочу тебя любить, не хочу тебя любить. И помни ту боль, что ты... Нам подмигнули. Байт. Так сразу? Не понял. Типа, все, вот так? А почему так сразу? Мы ждали этого 100 лет. Почему вот так на 45 секунде? Let's go. Ого! Офигеть! Damn. Не убивай, не убивай меня. Будто звезда под отражением моих глаз горит. Обмани меня, свой секрет ты не утаишь. Я не убиваюсь, по тебе больше не звони. По течению вниз утекаешь, коснуть фонари. Столько мужчин, я как будто Ольга Бузова. Пламя в грудь. Ольга Бузова. Столько мужчин, как будто Ольга Бузова? Надо было сказать, столько мужчин, как будто Ева Элфи. В груди, будто больше не могу дышать. Но мне нужно больше, ай. Нет, нужно больше, а. Но мне нужно больше, ай. Нет, Ева Элфи, респект, а. Еще. Ты знаешь, что это не про меня. Я не такая. Не буду выбирать никого, но знаешь. Они не стоят моего внимания. Как забыть ту боль, что ты причиняешь. Раз, два, три, моя уже разбита. До тебя нам надо причин слиться. Валя, я смогу одна просто. Не мешай, просто не мешай. Не мешай, просто не мешай. Не, ну что сказать? Я Амину видел без маски много раз. И до операции, и после операции она всегда была классной, симпатичной девчонкой. Классный шаг в ее карьере. Давным-давно это надо было сделать. Поэтому что, радуемся за Амину, поздравляем. Новый этап в твоей жизни без маски. Да, я ее даже полил несколько раз случайно. Но...